Сегодня министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич наведал Жлобинское вытворчее управление, филиал предприемства «Гомель-Аблгаз». Рабочие визиты на периферию, необходимость ведания, как организованы технологичный процесс у филиалах, шлях до удосконаления энергетической галины краины. О перспективах жлобинских газовиков у наступном сюжете. Новые технологии, автоматизация, личбовизация. Все это вызначает вектор развития филиала. Его послугами користаются больше, как 92 тысячи жихаров города и района. Тому оптимизовать рабочие процессы необходимо усім подразделениям. Например, аварийно-диспетчерская служба. Сучасная система телеметрии позволяет ее работникам ведать про газовые объекты на отлеглости практично все. В выпадку аварии газовики еще на базе докладно разумеют, что здарылося и какие меры необходимо принять. Особливо это актуально зараз, у осенне-зимовой сезон. Супрацовники галины выкарыстовывают любую махчимость нагадать громадянам про важность захования газовой безопасности. Выполнение работ по проверке дымовых и вентиляционных каналов – это безопасность личная, семейная, окружающих. И от этого очень много зависит в жизни как человека, так и всей отрасли. Обращу внимание на такой момент. Если у людей возникают какие-то проблемы с эксплуатацией использующего оборудования, возникли какие-то нестандартные моменты, либо отклонения, я очень прошу обращаться исключительно в специализированное подразделение газоснабжающей организации по телефону 104 и не принимать никаких самостоятельных превентивных мер. Техничная оснащенность филиала – нагода для гордости. Навод есть прибор, який выявляет утечку газа на отлеглости у 30 метров. Узровень обороненности от коронавирусу так само на вышине. Часто газовик не ведает, до кого приехал на выклик. Тому профилактика – обовязковая мера. Жлобинское вытворчее управление развивается у отповедности с сучасными тенденциями и напрамками. На угол у газовой сферы региона правды шмат планов. Замена оборудования газовых сетей, которые уже физически исчерпали свой период эксплуатации. Это закольцовка газопроводов, это повышение надежности. Это дальнейшая автоматизация ГРП, ШРП. У меня вот сегодня доложили в филиале, что по Гомель-Облгазу в целом автоматизация и установка телеметрии газораспределительных пунктов и шкафов распределительных, газовых распределительных, тоже будут автоматизированы в этом году. А это надежность, безопасность и качество оказания услуг конечным потребителям. Приезд министра у Жлобин запомнился и святочными моментами, бо он супал с днем мати. Віншаванне шматдетных супрацовниц добавило мероприемству теплыни. Але перш за все сустреча с коллективом, нагодно обмерковать его працу. Виктор Каранкевич отзначая, перспективы есть. Головное не спыняться. Миколай Скинтиян, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».